Добрый всем день, я давно не снимала формат такого видео, вернее, такого формата. Сегодня у меня опять кухня, готовлю рыбушки с картошкой в духовке, замариновала рыбушки, налила растительное масло сюда, это не растительное, оливковое, соль, перец, паприка, и насыпала трав, экстрагон, там базилик, ну, какие у меня были сухие травы, и оно мариновалось. Ну, надо мариноваться час, но я прям недолго, я забыла про него. Я смазала дозу, ну, как дозу у нас, форму для запекания растительным маслом, оливковым тоже. Сейчас я сюда помою и выложу картошку. Картошку предварительно посолю, поперчу и выложу сюда картошку. Потом покажу дальше. Так, картошку я сделала с майонезом, насыпала эстрагона туда, все это перемешала. Теперь я выкладываю эти кусочки мяса вот так. Вот так вот. Ох, этот я не разрезал. В общем, я выложила мясо, покрыла его майонезом вот так сеточкой. Сейчас закрою жаропрочную форму фольгой и отправлю в духовку. Буду поглядывать, как будет готова картошка. Открою и потом еще минут 10 и все. И будет готово. И сейчас мы с вами распакуем вот такие свечи. Я выписала тоже на подарок такие свечи. Сейчас я их открою. Они тяжелые. Тяжелые. Видите, в каком они пенопласте даже здесь. Ага. Сейчас я вытащу их, подождите. Вот так я вытащила они все на пласте. Вот открываю их. Видите, какие они. Здесь стеклянная свеча. Я открывать не буду, потому что это на подарок. Но вот, видите, вот зажигать. Вот такая вот свеча прелестная. Можно, в принципе, их две на подарок дарить. Но я хочу одну. Я одну на подарок. Свате хочу подарить, а она любит свечи такие, ну, всякие интересные. А одну кому-нибудь придумаю, подарю тоже. А так, я думаю, что они такие тяжелые? Они, оказывается, стекло здесь. Ага. Я еще не видела такие. Очень красивые свечи. Прелесть какая. Радужные такие. Развернем так, повернем их в другую сторону. Синенькие тут всякие. Вот даже вот каждый слой горит, он, видать, каждый слой по отдельности запах. Вот он прогорает, этот слой, один запах. Второй слой горит, другой запах. Третий слой горит, третий запах. Здесь вот могут они смешаться, эти запахи. Вот. Очень интересные свечи. Вот такие вот подарочки я прикупила. Пока. Потом буду, может быть, паковать завтра мальчишкам, покажу, что мальчишкам взяла. Прошлый год мне сватья дарила вот такой светильничек. Ничего вроде в нем особенного нет. Баночка. Сейчас покажу. Все знают, как он включается. Раз, выключился. Вот, пожалуйста. Обыкновенная баночка. Там гирлянда. И такой светильник включаем. И вот что у нас получается. Видите, какая красота. Его нужно, конечно, куда-то подвешать. Но у меня нету куда вешать. Поэтому я его поставила на стол. И пускай радует меня. Такая вот штучка красивая.